Итак, мы движемся по трассе Сомова-Бабяково. Вполне адекватная трасса. Вы прекрасно видите, что здесь нет никакой разметки. Но хочется вам показать одну замечательную вещь. Вот мы сворачиваем сейчас в лесок, где у нас находится лагеря «Восход», «Восток», «Вымпел» и турбаза «Лесовичок». Здесь у нас тоже вполне адекватная асфальтированная дорога. Буквально через несколько секунд будет то, что, возможно, вас немножко удивит. Итак, ну, кочки присутствуют, это понятно. Едем, дорожка неплохая. Немножко потрясет. И здесь, вдруг откуда ни возьмись, появляется разметка, дамы и господа. Это разметка в лесу. Причем она нанесена во многих местах просто на обочину, на гравий. Вот здесь даже пытались где-то выезд пунктирчиком нарисовать. А вот он. Вот здесь можно из кустов выезжать. Разрыв есть. И, собственно, здесь наша разметка заканчивается. 20 миллионов из бюджета на разметку Воронежской области были потрачены не впустую.